Как вам понравился концерт? Мне очень нравится. Концерт понравился? Соня, ты пришла? Ну, расскажи мне, что тут ты видишь. Я вижу ничего. Где ты его? Ты этот самый видел в ляльке, да? Да, это из ляльки. И котик вон сидит. Иди сюда. А это как у Марка Шагала. На самом верху там кто-то. Смотри. Тут есть. А там еще черт какой-то и красавица. Может быть, это и есть красавица и чудовище? А? Это все действующие персонажи из театра «Лялька». Это король с королевой или царь с царицей.
это, наверное, стражник. Ну что тебе тут нравится? Ничего? А это кто такие вот эти двое? Смотри, а тут какие висят интересные. Ну, я на камеру снимаю. А я вам сейчас играю. Не нужно. Объясню, почему. Вот мне нравятся вот эти вот всякие чудеса. Смотри, какая. Ты смотрел хоть один спектакль с их участием? Я да? Почти все. Что это? А? Забыл, как называется. Ну, вспоминай только быстро. Воздушный шар. Я попробую его приблизить. Кажется, он опускает. Дай мне срочно. На нем наверняка можно покататься. Этот шар запускают с площади Тысячелетия, которая находится возле возле театра Якуба Колоса. Витебске? Да. Трудно мне держать камеру, чтобы поймать его на таком удалении. Сейчас покажу крыши домов. Видишь? Он не так уж и высоко, буквально, может, метров 200-300, наверное. Разбиться можно. Ну, разбиться можно даже, если упадешь с второго или третьего этажа. Надо же, как интересно. Ну, что скажешь? Хочешь покататься? Поехали за ним. За ним? У меня такое впечатление, что он немножко спускается, а? И поднимается потом и так. Кстати говоря, в Москве летело два шара, вот, ну, и держалась на них надпись какая-то. Ага, это, между прочим, не тот шар, что был в прошлом году, а совсем другой. А еще я заметил интересную вещь. Вот там у шара есть такой, как парус. И вот он, сейчас этот парус повернут не по ходу полета шара, а вот как бы неправильно, то есть он то ли задом наперед летит, то ли так и нужно. Там огонь горит, и этот парус не позволяет ветру этот огонь сбивать. Я же не знаю, как должно быть. Я просто видел по телевизору, как другие шары летают где-то там в Альпах, и у них у всех этот парус был в ту сторону, куда летит шар, туда и парус. А огонь как бы с этой стороны, где ветер дует. Ну ладно, поехали посмотрим поближе. Ну вот в Москве два шара летели, тянули надпись какую-то. Это интересно. Летят два шара, помнишь, и тянут надпись. Помнишь, вертолеты так тоже летели, и там было написано что-то. Все, пошли, бегом. Поехали. А куда мы сейчас едем? За ним. За шаром? Или кататься на машинках? За шаром, а потом еще кататься успеем. Поехали. Мы его не догоним. Ну, кататься тогда. Ну, давай. Фига себе. Thank you.
Привет. Владик, привет.
Я пошел вот сюда, наверх, там лучше. Вон он, в самом верху. Ой, даже не видно. Вот руками машут. Там внутри лебедя есть специальный рычаг, который можно поднимать и опускать его. Приземлился.